3 января 2017 года в Центре культуры и спорта в Ватутинке был проведен праздничный тематический концерт с участием творческой группы «Застава» под управлением Андрея Бегуна. В программе концерта народные казачьи и патриотические песни, фото-выставка «История казачества», выставка клинкового холодного оружия, выставка макетов огнестрельного оружия времен Гражданской и Великой Отечественной войн. Целью данного мероприятия стало ознакомление подрастающего поколения с историческим укладом жизни и быта российского казачества, героическим прошлым российского воинства, привлечение молодежи в патриотические спортивные клубы и участие в добровольческом волонтерском движении Организации культурного досуга населения. Протяженность государственной границы Российской Федерации 70 тысяч километров. Вдумайте, 70 тысяч. Протяженность экватора 40 тысяч. Да. Наша страна, протяженность нашей границы, в полтора раза больше, чем протяженность экватора. И, ну, если сказать, скажем так, что не каждый метр, но казачьей кровью полито много земли российской. Тревожный свист. Солнце красными мазками расписало облака. Лед сковал надежно речку и крутые берега. Под Калугой ранним утром тихо падает снежок. На винтовке автоматы и с патронами рожок. Три на бруствере гранаты. Изо рта тревожный пар. Ждут подольские курсанты. Первый вражеский удар. Организатором мероприятия явилось Станичное казачье общество «Щаповское» при поддержке фонда «Наследие», Общественного совета УВД «Тинау», администрации и Совета ветеранов поселения Десеновское.